Мать твою, Элис, господи! Это что-то новенькое. Свет только его раздражает. Охренеть. Иди сюда, сука, я тебя сейчас раздражу. Я тебе сейчас фонарик в жопу засуну. Я тебя изнутри буду раздражать. Охренеть. Давай. Попробуй еще раз. Попробуй еще. Давай, сука. Да иди нахуй. Пошел нахуй, я тебе сказал. Закрыто. Смотри-ка. Пиздец вообще. Нам вообще под лестницу нужно было, да? Вот это место. Нихуя, я туда не пойду. Что ж за жопа-то такая? Кассета. Смотреть. Давай. Мы почти рядом. Чуть-чуть осталось. Питер. О, охренеть. What the... Какого хрена? Что случилось? Что за... блять, сука. Ну ты могёшь. Ты могёшь. Смотри, короче. Авторемонт. Нихера, короче, все как растет. Нихера себе, короче. Нихера прям. Чувствую сейчас. Элис, для тебя это новый этап. Походу тут ведьма реально какая-то существует прям. Смотри, короче, дом восстанавливается прямо на глазах. Нужно время, чтобы привыкнуть, но все получится. Нихера себе, какие движения здесь. Вот сейчас что-то будет. Вот я серьезно, я же говорю, сейчас что-то будет. Вот все. Жопа. Видишь? Вот сейчас я повернусь, типа, по идее, и, короче, там жопа будет. Давай. Я закрываю глаза. Тут пиздец, тут ничего нет. Ну это вообще. Ну, может, смотри, камера перестала показывать. Что сделано, то сделано. Нет смысла думать о прошлом. Это твой шанс сделать что-то хорошее, Элис. Не упусти его. Что за жесть? Охренеть. Мы пришли на второй этаж. Что у нас здесь? У нас тут нихера нету, короче. Она меня звала, короче, из окна. А я не поддался. Слушайте, ну теперь что? Теперь мы, короче, будем бродить по этому дому, короче, я так чувствую вечно. То вниз, то вверх. Нас то поднимать будет, то пускать. No happy ending. Никакого счастливого конца. Счастливого финала не будет. Спасибо большое. Я уже понял. Однажды я пошел в лесок. Сука. СМС-ка. Джесс, это для меня слишком. Я больше не могу. Я не позволю тебе утащить меня с собой. Куда утащить меня? В смысле? Ты... Все нормально. Однажды я пошел в лесок искать какого-то там мальчишку. Блин, где же ты, сучка? Ты мне сейчас так нужен, пес, вообще. Ты мне очень нужен, Буллет. Ты мне прям пипец как нужен, Буллет. Я прям сейчас всрусь, я отвечаю. О, как страшно. Там реально какую-то нихера себе монстры. Охереть. 4 года. Включи свет. Что? Фары, включай. Да ну нахер. Охереть. Да, я был прав. Это я. Это я, только... Охереть. Да ты гонишь. Я был прав. Значит, все это время я общался сам с собой. И этот тип с бородой, это я в будущем. Я, это я в настоящем. И мелкий... А нет, мелкий Питер. Мелкий Питер. Он просто... Шериф! Эммет! Давай! Нихера себе! Мой! Да! Что произошло? Где шериф? Куда делся шериф? Что происходит?
Подожди, сейчас, хватит. Подожди. Потом порычишь, остановись. Сделай паузу, подумай над дальнейшими своими движениями. Сейчас, подожди, мне надо, тут смс-ка пришла. Ты хороший человек, Элит. Это вопрос был, хороший человек, Элит. Я не знаю, мы с Элитом знакомы недолго, если честно, пару игр. Поэтому мне трудно сказать, Элис, ты нормальный? Там тебя вообще спрашивают. Смотри, еще сообщение. Как ты представляешь свое будущее? Элис, тебе вообще пишут. Я не знаю, почему я должен отвечать на это все. Не смотреть. You посмотришь, умрешь. Гадство. Другого пути нет. Придется прокрасться. Иди по тропе. Сука, специально сделали, потом эта хуйня будет снизу. Я, блядь, иду по тропе. Я иду снова по тропе. Я уперся во что-то. Так, я иду по тропе. Я не смотрю. Уя себе. В смысле, что? Кетчуп видно. Видимо, кто-то разлил кетчуп. Кто-то готовил шпагеттину. Да, я смотрю вниз, я не смотрю на вас. Мне сказали не поднимать голову, я иду не поднимать. У нас ограбление. Продуктовый магазин на Буркитвилле. Опять эти дети? Да, наверное. Теперь показывает, что нам нужно идти. Ох ты, нихера себе. До жопы просто перестрала вообще. Так, я смотрю вниз. Я не смотрю прямо. Я смотрю вниз. Элис, что ты тут делаешь? Что ты тут делаешь, Элис? Так, идем по тропе. Идем по тропе и никуда не смотрим. Я смотрю чисто, короче, в пол. Я вам серьезно, ребят, я... О! Охереть. Вот это реально страшно. Какая-то херня. Это какая-то херня, ребят. Сука. Ты кто? Чувак, ты меня сейчас страшно будешь делать. Я, блядь, не хочу так, ну почему? Кого-нибудь посрел сегодня уже? Голос мне говорит такой, на ухо такой. Чё, я там думал, кто-то за стеной стоит, короче. Что это такое? Элис, ответь! Нихера! Я кого-то жахнул. Я походу, короче, когда был копом, меня перевели, потому что я застрелил ребенка. Ах. А вы знаете что? В страхе это, конечно, прикольно. Но, если честно, я уже малость подзаел. Вот дерьмо. Согласен. Охренеть. Чёрт побери. Что тут произошло, Элис? Это ж, походу, тот парень, которого мы застрелили. Местный подросток, предложитель причастный к ограблению продуктового магазина, был подстрелен офицером полиции на месте. Подозреваемого доставили в ближайшую больницу в критическом состоянии. Местные власти подтвердили, что подозреваемый был безоружен. Безоружен. Сейчас будет что-то. Сейчас крупным наездом план. Короче, тип с окровавленными руками прыгает на меня. Я подстрелил парня безоружного. Безоружного парня застрелил, поэтому меня выгнали из полиции. Больница. Это, походу, больница. Я во всем виноват. Охренеть. Здесь все началось, да?
Да, здесь все и началось. Смотрите, там в конце кто-то есть, походу. Палочка висит. Тотемчик лежит. Я уже видел эту комнату раньше. Да, мы видели эту комнату с тобой раньше. Что я должен... Смотри, фигурки. А? Нет, смотри, это новая фигурка. Почему? Слушай, ну давай с тобой... Фу, опять он. О. Сэр! Сэр! Yes, sir. Yes, sir. Да, сэр. Долбанный мясник. Сэр! 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 Они все от меня отворачиваются. Потому что я вызвал... Я вызвал артиллерию на своих. Охренеть. Я, короче, неудачник, похоже, в квадрате, я не знаю, в кубе, блядь. Что там у нас еще есть? Я, короче, походу, во всех грехах. Наш герой, короче, вообще косячил, вообще прям, от души. Он, наверное, просто... И на войне, короче, артиллерию на всех вызвал. И, короче, работая в полиции, малого застрелил, короче. И в лицо умудрился заблудиться. И пса потерял, короче. Вообще. Сука, блин. Окей. Подловили, сучки, подловили. Подловили. Так уж и будет. Если честно, меня этот дом уже... Вот просто он у меня уже... Сука, пи***ц. Что это было? Эшли Элвуд. Когда уже дом закончится? Я, конечно, понимаю, что кто-то решил свои какие-то личные там кадры из жизни поместить в игру, но, блин. Да, я же сказал, сейчас будут всплывать трупы, потому что это было уже... контакты, сообщения. Что у нас под сообщение? Он здесь, твоя тень. И чё? Ну, моя тень, она здесь. И чё? И чё дальше, короче? Сука, мать твою, да ты с**пал, да что с тобой не так, а? Что с тобой реально не так, а? Ну прекрати уже, прекращай, серьезно. Заткнись. Главное, чтобы страшно было. Уже срать на сюжет, уже мы сами запутались, что мы вообще хотели. Кто ты, Элис? Да ты меня уже спрашивал, кто я, короче, блин. Я обосрался. Careful, осторожней, марионетка. Ты меня, сука, ждала, блядь. А, сука, блядь, дед старый, блядь. Я тебе серьезно кричу, блядь, отъебись, дед старый, блядь. Кого ты там, блядь, дала, сучка? Он за стеной или где? А, сука, блядь. Ну ты, блядь. Пиздец вообще, ты в курсе? Ну почему, ну почему, ну почему, ну просто... Я бы уже 10 раз завершил эту главу, просто бы рассказал ту историю, которую нам хотел донести автор, и все, ну серьезно, вот... Мы полчаса ходили, просто не какие-то странные картины наблюдали. Ради чего? Ради того, чтобы потом в конце нам устроили полный... Ну это я считаю, ну прям, ну серьезно. Оба-на, а это ж я. Кстати, Элис очень похож на типа из Сайлент Хилла. А в угол, не смотри на него. Покажи мне свои лицо. Да хер я тебе еще покажу. Отвали.
Отвали, отвали. Давай. Нет, нет, нет. Давай, посмотри на меня. Заткнись. Давай. Иди в жопу, я не буду смотреть на тебя. Отвали от меня. Отвали от меня. Я на баночку буду стоять. Там очень что-то мне... Да, три... Что? Вот очень они затянули с этой главой, с домом. Очень сильно затянули с главой дом. Очень-очень сильно затянули с главой дом. И направо, да? Я не знаю, куда я иду, но думаю, что нам, наверное, куда-то сюда. Ух, иди сюда, пацан. Я хз вообще, что происходит вообще? Психодел, если честно, полный. Полный, мать его, психодел. А, вот еще лучше. Сколько глубокая эта кроличья нора. Убийца. Вообще непонятно, что происходит. Уже просто я не понимаю, в чем. Ну, мы, по-моему, уже далеко ушли от сути игры вообще. От истории. Что нас вводят, зачем нас вводят? Ну серьезно, ребят, ну вы, по-моему, вот в какой-то момент, я не знаю, под чем они были, но в какой-то момент они, наверное, перегнули немножко со своими. Ну и грязище. Он тут жил годами. Вот она, эта тема. Вернись. Иди сюда, сучка. Тебе нравится? Где ты? Заново дрыщ. Наверное, нам нужно вниз. Да, пойдемте вниз. I'm not done with you. Я с тобой еще не закончу. Умри. Ну и где? Так, рюкзак. Черт. Его здесь нет. Что теперь? Ты правда думаешь, что все будет так просто? Что ребенок будет ждать тебя здесь, и ты сможешь спасти его и вернуться героем? Нет, Элис, так не будет. Ну давай, чёрт, ты где, ублюдок? Я убью тебя голыми руками. Давайте еще два часа побегаем. И после всего, ты что-то натворил, я получу от этого удовольствие. Я тоже. Тогда заходи, ключ под столом. Я жду с другой стороны. Так, ключ под столом. Столько людей, он всех их убил. Офигеть, просто офигеть. Так, ключ под столом. Вижу ключ. Ага, есть. И куда теперь? Обратно, что ли? Я так полагаю, да, потому что дверей я других не вижу. Нам теперь, походу, нужно отсюда выйти. В смысле? А у нас же есть ключ. Ну хорош.
Ой, сколько еще теперь вообще? Куда теперь? Куда? Зачем? Почему? Ключ под столом. Смотри. Мы, значит, пришли сюда. У нас вот здесь вот столб какой-то, да? Давай смотреть, куда нам нужно идти. Вот, что это? Нам нужно в подвал. Вот оно что. Я-то думал, куда нам нужно идти. Ключ под столом, от люка в подвал. Отлично, хорошо. Мы прыгнули. Что дальше? Есть. Есть, отлично. Да нихера себе, ну вы серьезно, вы гоните. Еще и ползти, короче. Сейчас по-любому что-то будет. Мы такие расслабились, короче, немножко. Успокоились. И вот оно начинается, смотри. Я же сказал, что... Нихера себе. Больной ублюдок. Что происходит вообще? Где связь вот между вот тем, что сейчас происходит, и первой историей вообще? Нихера. Я пытаюсь понять, я пытаюсь сложить логически цепочку вообще сюжетной линии, но пока все безуспешно. Я не удивлюсь, если когда начну читать, то выяснится, что сюжета здесь особого такого и нету. Хотя нет, он есть, но очень странно. Нихера себе его глючит. Прям страшно. Прям страшно глючит. Нет, пожалуйста, боже, нет, я вам не сделаю вреда. Вот эти глаза, вот в чем проблема. Он убил девку, чтобы она не выдала его. Нихера себе, он убил женщину. Ах, ты ублюдок больной. Получай, старый урод. Все кончено. Наконец-то все кончено. Заткнись, столько людей, детей. Я вырву твое поганое сердце. Я больше ее не слышу. Ты так легко не отделаешься. Свобода. Свобода. Я тебе не позволю. Она всегда хотела, чтобы ты стал. Заткнись. Мной. Забери у него лицо. Ты его заслуживаешь. Нихера себе. Будет? Нихера вообще. Элис не устоял перед собственной яростью и отчаянием. Цикл продолжается. Кавер переродился. Буллет выжил, несмотря на ранение. Его обнаружили спустя некоторое время рядом с домом Шеннонов. Джесс вычеркнула Элиса из своей жизни, узнав о его участии. Участи она не сказала ни слова. Участь Питера неизвестна. Установить местоположение тела шерифа не удалось. Оно осталось в лесу Black Hills. Тело Тодда Маккинона было найдено спустя несколько месяцев на лесопилке Тедди Ист Крик. Из-за сильнейшего разложения его едва опознали. Охереть, ребятки. Охереть. Так получается, не было-то вовсе никакой ведьмы. Был
парень, у которого были причуды, скажем так, в мягкой форме. В общем, ребятки, спасибо большое за то, что смотрели. Это была «Ведьма из Блэр». Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайк, обязательно прожимайте колокольчик, заходите ко мне на каналчик, нажимайте видеоподборочки, видеоряды и смотрите, там есть еще очень много интересных видео с моим участием и не только, еще с участием моих друзей. У меня на этом все. С вами был канал The Gameless Playing Rack. Спасибо, ребятки, увидимся, пока. Thank you.